уже потом начнем с вопросов инвесторов. Представляете, для нас самая важная цель на этот сезон – это защищать до конца третье место, чтобы остаться в соревнованиях в прошлом году европейских. Поэтому каждое очко очень важно. А прежде всего такие, какие мы как бы завоеваем после поражения дома, которые мы последний раз дома против Иртыша получили. Тогда, смотря на игру, ну, понятно, что мы проигрывали почти через 90 минут середину поля, смотря тоже на количество, на команду, вашу команду. Но наш цель и наша стратегия на эту игру была играть внимательно в обороне, искать свои возможности в контратаках и по стандартах. Но и так эта игра происходила. Было немножко моментов, в которых... Но нам получилось, можно сказать, рядом наших ворот. Але считаю, что немножко было моментов, в которых и мы тоже могли, смотря тоже, что было бы то возможно несправедливо немножко, могли забить гол. Тогда то, что самое важное в конце сезона, а он очень как бы такой ясный уже в вашей команде, но очень важно для нас очко на очень горячем терене. То, что хочу еще сказать, то как бы поздравить вас с газоном, потому что я давно не видел такого газона, такого качественного газона до игры. А смотря тоже на погоду сегодня, ну то условия до игры в футбол были сумасшедшие. Тогда очень приятно мне сегодня быть здесь в Кайрате, я первый раз в Алматах, тогда это тоже такой май праздник для меня с одним очком в кармане. Спасибо. Вопросы? Если нет, то просто закончим. До свидания.